Концертами и конкурсами отметили Международный день защиты детей во всех районах Еврейской автономной области. Не остался в стороне и Биробиджан. Так, в парке культуры и отдыха конкурсную программу провели для всех желающих ребят, а в это же время в городском дворце культуры состоялся праздничный концерт. В этом году впервые дворец культуры организовал праздник для своих артистов, для коллективов именно творческой самодеятельности дворца культуры, потому что дети на протяжении всего года работают, обслуживают плановые мероприятия. Вот, и в этом году решили поощрить тем самым детей, участников коллективов дворца. В зале родные и близкие участников, жители и гости города. Вход был свободным для всех желающих. На сцене цирковые номера, вокальные композиции, театральные постановки и даже караоке со всем залом. Мы любим выступать и дарить зрителям радость нашей песни. День защиты детей во всем мире отмечается ежегодно 1 июня и учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением Конгресса Международной демократической федерации женщин, а впервые отмечался в 1950 году. Праздник призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. Вячеслав Пасманик, Кирилл Цирульников, Новости 21.